Тики Макс – это один из моих любимых магазинов. Тут продаются бренды очень дешево. Ну, в сравнении с тем, как они стоят вообще. Потому что это старые коллекции. Такой магазин Тики Макс называется. Например, Armani джинс стоит 30 фунтов. Это 3000 рублей. Стоило 130. Что тут еще есть? Dolce & Gabbana, Harvan, Джилл Сандерс. Но это дороговато. В Тики Максе я тоже покупаю вот с такими красненькими лейблами. Стоило, видите, 1090, а теперь 42 фунта. Роберто Кавалли. Ну, платье я не могу распаковать, так что какой-то комбинезон. А нет, платье с открытой спиной. Я люблю такие платья. Не очень удобные, ткань очень хорошая, не мнущаяся. Очень удобно. И Адриана Папел, не знаю. Ну, в общем, у меня есть пару платьев из этой фирмы. И стоит всего 24,99, 3000 рублей. Ну, для меня это 3 раза погулять с собаками. Было раньше. Сейчас это, конечно, дороговато. Люблю вот такие свитера, платьишки. Стоит 19,99. На Бакони, это дорогая фирма. Сколько она стоила? Стоила в магазине 290 фунтов. Сейчас она стоит 40 фунтов. И это реальные цены из магазина, потому что вот такие платья мне нравятся. По качеству, я даже не знаю, что это, микрофибра или... В них очень прохладно летом. Хотя кто-то мне говорит, люди говорят, что в хлопке удобнее, а мне вот нет. Сейчас посмотрим, что тут за материал. 95% полиэстер, 5% эластин. Вот такие я люблю ткани, потому что мне в них не жарко летом. Ну, это еще, по-моему, было при мне платье такое висело. Дикинвай, кстати. Дикинвай тоже дорогая фирма у нас. Ну как, одна из среднего класса. 24,99. 2500 стоит. Вот такой вот Тики Макс. Уверена, что у нас это будет дороже. Вот. Кевин Клайн. Платье типично дизайнерское такое. Сколько же оно стоит? Всякие тут наклеечки такие. А стоит оно, знаете, сколько? 3000 рублей стоит платье Calvin Klein. Ну, мне оно коротковатое, хотя и размер немножко маловат. Хотя, может, и померить. Давай померим. Сейчас как раз такие ношу. В принципе, неплохо. Померить, что ли? Да не, будет живот выпирать, не знаю. Ну ладно, померю. Для вас померю. Да, лакос. Оно, конечно, не очень, ну, какое-то такое теннисного образца, но, в принципе, там хлопок 46 размер. Сколько стоит? Стоит у нас 3500. Ну, я так образно умножаю все на 100 сейчас, фунт практически 100. Стоил 120, стоил 12500. Нормально, хорошие цены. Купальники. Пляжные такие всякие кофточки, лифчики, это отдельная тема. Ну, давайте посмотрим, что тут есть. Calvin Klein. Calvin Klein лифчик стоил 37 фунтов, стал 14,99. Это в Тики Макси. Плюс к этому еще бывают скидки. Да, вот эти вот красные ценники, это под названием клиренс. Клиренс — это значит скидки. И вот уже идут товары со скидками. Курточки Карл Лагерфельд. Ну, это, возможно, дорогая. Хотя со скидкой. Да, 181 фунт со скидкой. Стоил 500 фунтов в магазине. Когда коллекция была еще не старая. Ну, куртки я смотреть не буду. Вот свитера можно. Свитера сейчас должны быть очень дешевые.
5 лорен, 43. Ничего не дешевое. Сколько стоил? Он так же и стоил, когда он новый был. Ну, пусть там, вон, 59, что ли, было написано. Ральф Лорен вообще 40, 45 всегда все кофточки стоят. Ну, в районе 45. Поэтому, нет, это дорого для меня. Ральф Лорен я покупала, по-моему, за 11 фунтов. Что-то, какие-то из кофт своих. Ладно, поехали дальше. Размеров тут не так уж и много. Мне не вест. 12 фунтов. Это 1000 рублей. Кофты на меня. Или какие-то футболки, майки, блузки. Ну вот блузка, деним, хантер. Что она стоит? 18 фунтов. Стоило 64, типа 65. Была блузка. Обычная такая блузка. Ну, хотя ничего, неплохая. По качеству, по крайней мере, хотя тоненькая. Так, я уже в примерочной. Будем сейчас мерить вот это вот красивое платье. Дай-ка вот так снимем. Вот так оно выглядит. И стоит 29 фунтов. Это даже без скидки. Бывают скидки на этом. Ну вот, напиктелила. Как я и говорила, будет мало. Я уже просто вижу, что будет мало. Это не 16-й, 46-й, это 14-й или даже 12-й размер. В общем, там я ничего не застегнула. А что, с открытой спиной даже интереснее, попу хорошо обтягиваю. Вот так вот я хожу по магазинам и просто мерю. Но вообще, как бы дизайн красивый, Calvin Klein-овский. Эти вот штучки очень интересно сделаны. Блестюшки. Вот так. Будем худеть под это платье.